Сейчас тысячи разных взволнованных глаз, они как судьи. Помню опять, как и 100 лет назад, театр всегда это рай, это ад, и так и будет. Толстой, Вальтер, Скотт и Шекспир, как будут вечно. Театр — это боль, слезы и смех, это мгновение и это навек, он бесконечен. Годы проходят, но не беда. Театр не мода, вечер всегда. На столе примерной парик лежит, все волнением дышит театр жизни. Здесь нет ни фальши, ни капли, ни лжи. Все до конца настоящая жизнь, любовь и дело. Значит, смех до слез. Театр — это значит все всерьез, все до предела. Но наступает минута, когда театр уходит от нас навсегда, как боль и радость. Но и опять, как и 100 лет назад, театр всегда — это рай, это ад, но так и надо. Годы проходят, но не беда. Театр не мода, вечер всегда. На столе примерной парик лежит, театр водномоторники и же с ними сочувствующие. Вы меня извините за такое долгое вступление, но не мог я вот не поделиться радостью от этой песни. У меня есть компакт-диск Альфа, и сейчас я предполагаю, что аудитория, смотрящая этот ролик, разделилась на две части, которые одна часть скажет, что это за вообще музон какой-то непонятный. А другая часть скажет, да, это музон, тот еще музон нашей молодости. Итак, друзья, значит, кто остался
здесь еще после такого долгого вступления. Скажу, я еду на встречу, долгожданную встречу со своим другом. Наверное, вы уже догадались, да, с Александром, владельцем плавдома, плавдачи, хаусбота, называйте как угодно. Это судно, но это чудесное техническое, значит, сооружение, которое Александр построил сам. Да что такое здесь? Да, тут дайте, подождите, сейчас понабились в левый ряд. Куда, куда ты? Притирайся вправо-то, блин. Вот, соответственно, еду я к нему с ночевкой, отпросился у жены. Вот, соответственно, не с пустыми руками. Что у меня тут? Курвазье, ВСК. ВСК, нормально. Не в СОП, конечно, ну, ВСК тоже ничего. Вот, не виделись мы с ним, наверное, более полутора лет. А на домике я у него вообще даже не помню, когда был. Вот, он в этом году зимует первый раз во льду. Вот, решил вмерзнуть, уже вмерз. Вот, в принципе, у него понтоны пластиковые рассчитаны на такую зимовку. Вот, ну хотя, еще раз повторю, первый раз для него в этом году. Так он сколько им владеет? Уже, наверное, 4 сезона до этого он на берегу зимовал. Вот, друзья, ну что, едем дальше. Вот. Наверняка кому-то эта песня, которую мы сейчас только что слышали, принадлежит по авторским правам. Но я подумал, да и хрен с ней, с этой монетизацией. Не буду я ее включать на этом ролике. Вот. И монетизация там грошовая сейчас идет, с учетом санкций Ютуба, наложенных на Россию. Вот. Поэтому лучше послушаем музыку. Давайте я вам сейчас еще какую-нибудь хорошую музыку включу от этой группы. Будем ехать слушать, а кто не хочет слушать, перематывайте на 5 минут вперед. Будем уже, соответственно, на хаусботе. Из двух неразрешимых.
Итак, друзья, вот. Вот такая вот зимовка. Где Александр? Здравствуйте. Привет. Вот, не виделись 350 лет. Слушай, ну покажи, пойдем, как а то проходим. Да? Или пройдем. Ну так, просто посмотреть. Ребят, смотрите, как его зажало тут. Мне главное лед-то посмотреть. Слушай, лед такой уже конкретичен, да? Нет, не качает на волнах? Не качает. Да не, шучу. Да нет, я реально стою, жду, блин. Слушай, сколько я у тебя здесь не был. Вот. Да. Слушай, а там вот стоит большой корабль, там что-то журчит у него. Там, получается, работает, что ли, у него? Да, он тоже двигатель работает. То есть, ну, внутри теплое, да? Ага, обалдеть, тут суденышки. Ребята, да. Слушайте, ну вот такая вот тема. Все, наконец-то я добрался. Все, сейчас беру свой скарб и внутрь идем к Александру. Я просто оставил, чтобы рука была свободна для поздоровкаться. Вот я взял спальничек свой, на всякий случай, знаете, как это? Лучше со своим спальником. Так, он не навернулся. Так, Саш, давай. Оп, видишь, приходится снег чистить, в деревне чистить. Слушай, и это только декабрь. Пока не развивайся, Саш. Да, я понял. Чисто, я думаю. Ага. Все, да, ну сейчас все. Да. Так, давай пока. Сюда. Ох, ребята, сразу у меня очки запотели. Так я сюда очки положу. Слушайте, ну здесь красота. Бытовые условия. Включи свет еще вот этот вот. И вот у тебя это же свет. Ага. Вот, друзья, кто забыл, давно мне пишут подписчики, когда про хаусбот, когда про хаусбот. Ну покажи, какие-то новинки здесь есть. Ну, посмотрите. А я уже забыл, что штурвал, по-моему, изменился, нет? Штурвал такой же. Такой же. Так, ну, пульс. Сама панель, видишь? А, сама панель. Ага. Ага. Да, она же это деревянная была, да? Просто. Да. Ага. А, слушай, ну здорово. А что-то кнопок-то где все остальные? Или а хватает? Достаточно? Две кнопки и все. Вперед-назад. Понятно. Сейчас, ладно, я сейчас скину курточку и уже покажу вам Александр. Давай, вот Александр говорит сразу, давай вещи сюда в спальню. Ага, вот. Ну, давай вводи сюда. Ага. Ну, ребят, кто здесь давно не был, давайте Саша нам покажет нововведение. Да никаких изменений. Не, а стиральная машина-то. Ой, стиральная машина, конечно. Ты чего? Ребят, видели вы такое чудо? Настенная стиральная машинка Део. Где ты ее нашел тут только вообще? Слушай, она очень выручает. Ну, я представляю. Она маленькая, то есть. Нет, знаешь, я просто, честно говоря, даже не подумал бы, что такие есть. Настенная? Обалдеть. Ну-ка. А, закрыто сейчас. Нет, это. Открыто. А, открыто. А, все. Обалдеть. И на сколько она? На килограмма 3, наверное, да? Да, можно и 5. Слушай, ну да. Слушай, шикарно. Ребята, вот это вот, представляете, какой уровень комфорта на борту сразу? Когда ты живешь с семьей. Вот, ну, давайте еще раз освежим в памяти. Это бытовка. Насосной станции не было. А, насосной станции не было, да? Ага. Подожди, а это бак. А, это бак для воды, для чистой. Это бак для воды. Да. Видишь, какой фильтр чистый вообще. Я его ни разу не видел. Где? Вот этот? Да. Ага. А вот эти. Это газ. Два фильтра, он посмотрел справа. А, ух ты, ничего себе. Вот это. Один раз менял за вот это вот фильтрация. Сейчас как раз вода. Угу. Ребят, смотрите, какая бытовая, все здесь. Занусе нагрев для душа. Здесь у нас стоечка такая для всякой мелочи. Ну, Александр всегда. Не то, что у меня бардак в гараже. Что, бардак в гараже он должен быть? Ну, да, по рабочий беспорядок. Так, смотри, а сейчас веб-аста-то работает вообще, да? Да. И плюс этот еще, плюс обогреватель. Ну, вот сейчас я пришел в 7 градусов. Кто давно не смотрел про этот домик и... Ну, вообще, кто первый раз, я скажу, здесь уникальный отопитель стоит, газовый. Саша его, когда ты, 4 года назад, да, ты его приобрел? 3? Ну, когда, помнишь, холодная зима. Ну, да, вот холодная зима была. Сейчас газовый отопитель такой стоит, ну, это, понимаете, вебаста, который на газу. Это просто удивительная вещь. Во-первых, она абсолютно бесшумная, ну, то есть просто бесшумная. И понятно, что она очень, по себестоимости расхода топлива, она
лучше, чем бензиновая и солярочная, потому что газ, соответственно, сейчас вообще стоит копейки. Я хотел на лодку, да, я хотел на лодку себе газ поставить, но не нашел. Сейчас, если газовую, это Эберспейхер делает, у тебя кто? У тебя Типтроник, да? Нет, Трюматик. Трюматик, да, Типтроник, Трюматик, это немецкий. Парковка, это. Слушай, ну в этом году я уже его починил. Да? Да. О, слушай, кстати, вот оно, голубое топливо-то. Слушай, может ты не трать его, а то это, что, ты его обогреваешь, ты имеешь в виду, сейчас слушай, подогреваешь? Слушай, ну сейчас подогреем чуть-чуть, конечно. Ну чуть-чуть. Кстати, комфорт как больше тратится, чем... Ну, представляю, конечно, там-то все в закрытом это, пространстве, а здесь-то оно, вот оно, выходит. Сейчас, чуть-чуть потопим, потому что как раз газ закончился. Так, и... рассказывай, что ты с аккумуляторами делал? Ты говорил, что вроде их менял. Да, один аккумулятор пришлось поменять, вот этот. Вот, на хаус-боте стоят здесь инвертор, питание от солнечных батарей, понимаете, да? Сейчас и два. Солнечные батареи не да, работают. Сейчас не работают, естественно. Под снегом. Да, сейчас работают аккумулятор, ну сейчас береговой же работает. Береговой. Да? Береговой. А так вообще это полная автономка, да, Саш? Если летом идти, то летом, вообще да. Да, никаких проблем. Ну и зимой она чуть-чуть тоже. Ну да, и дают вольтаж какой-то, если чисто погода солнечная. Понимаете, да. Ну вот Саше пришлось один аккумулятор. Этот желтый родной, по-моему, да? Это родной да. Еще, который, да, ага. А один все-таки умер, да? В этом году они подорожали. Представляю. Очень сильно. Да, вот такой вот блок. Полностью автономка. А ВБАС-то где у тебя? У тебя, по-моему, здесь она где-то стоит, да? Вот там внутри. Давай еще раз. А, ну тут, там не увидишь, тут не видно, да, тут все. Рабочий беспорядок. Слушай, ну а задний мостик что у нас? Задний не откроем? Дай свет включу сейчас. Давай, да. Просто так давно... Кондиционер еще в этом году установили. А, кондишн? Ничего себе. Вот. А ты говоришь. Сзади тебя. Так, давай. А, ого. Ребят, вот это да. Он тоже очень эффективно работает. Ну, шумный очень. Шумный. Напольный шумный. Да, да. У нас на фирме, помнишь, было жаркое лето какого-то 8-го или 7-го года. Мы прям в спешном порядке на фирму тоже купили такое, чтобы не вмонтировать его просто. Он так шумит, электролюкс у нас был. Ну, вывели тоже. Провод, этот шланг вот сюда. Ага, это тепло, о котором уходит. Ну, ага. Просто... ну понятно. Ага, вот, подключаешься. Вот. Ага, да, он очень шумный. Ну, слушай, ну, все равно дает какой-то... нормально, то есть летом он прям... Давай. Так, мы по-быстрому сейчас... Слушайте, ребята, так, значит, ты снял редуктор. Я, редуктор кстати... я снял, да, буду в тепле держать. Ну, редуктор, да. И сюда абсолютно... залил антифриз. Ага. Это Suzuki 70. Что я хочу сказать, ребят? Ну, мне кажется, все-таки встал, а? Да встал, конечно, ничего себе. Тут Саша у меня, с помощью меня, так сказать, приобрел японский мотор Suzuki 90 с длинной ногой. Это Элька, да, Саш? Это... Элька, да, иксовый. Но у него, у тебя не было времени, да, в этом году поставить что-то то одно, то другое, потому что на воде эту операцию, представляете, по замену мотора не сделаешь. Ну, здесь, кстати, удобно будет. Если... Ну, если вот так вот, да. Хотя, сейчас. Я думаю, вот здесь может лебедку повесить. Ага. Ну, вообще, лебедка тебе, конечно, на задний мостик нужна. Нужна, да. Да, классный, да. У тебя тут закладные-то есть, по идее, можно привязаться, килограмм 200. Автомобиль и запас. Да. Вот так, ребят, ну-ка, дайте, я... Слушай, смотри, сейчас утонешь у меня. Да не, ну нахуй, я бью по нему, да чё. Да не, надо ходить можно. Конечно, можно. Схватился уже конкретно. Ребят, все, давай это, в дом, а то мы подмёрзнем, так, знаешь? Пойдем, да? Пойдем, конечно. Так, ну на второй этаж мы не будем подниматься. Ты чё? А, я понял. Александр педантичен к порядку на лодке. Правильно делает. Так, все обиваем. Так вот заходим. Так, ну давай похвались, чего ты приготовил? А, туалет. Туалет, давай. Опять идем в туалет теперь. Ага. Так, ого. Так, подожди, а куда фекальные, как говорится, все? В бак? В бак, конечно. Обалденно. Большой бак у нас. Слушай, что это за унитаз? Где такой? Надо бы. Это какой там. Это вот насосная станция там стоит, да? То есть она засасывает воду с реки. Ну сейчас, конечно, этого. Сейчас нет, сейчас, сейчас нет. Сейчас вот остаток есть. Я продемонстрирую, нажимаешь кнопочку. А, он даже. Подожди, где у него бачок-то получается? У него бачка нет как такового?
Не, напрямую все идет. Напрямую, ага. Насосная станция. Оба-на. Все. Ну и, соответственно, да, соответственно, душ. Душ, вот душ тут. Такой же, как душ такой же, как и был, да. Ну, я имею в виду, что кто не видел, знаешь, как это. Все. Вот оформлен такими панелями алюминиевыми, супер. Подожди, и снаружи ты сделал уже такими, да? Подожди. Снаружи тоже делал. Тоже такими делал, да? Удобно, так. Взял, поменял. Покажи, чем будем сегодня почивать. Сейчас покажу. Здесь вкусняшка. Вкусняшка, да. Так, друзья, ну вот она. Ай, как это называется? Забыл. Это пельмени. Пельмени. Хинкали, ребят, это хинкали. Ну, Александр, конечно, не сам их готовил, приобрел готовые. Ну, зря да. Ты так, конечно, сказал, да. Потому что я их готовлю сам. Да, готовишь? Но эти, нет, это не сам, да. Ну, вот ты, Саша, рукастый вообще. Че, давай подогреем. Да. Ставим, да? Да, да, да. Так, давай, где кастрюлька? Какая кастрюлька? Ну, во что-то. Вот она, СВЧ. Ну, видите, чем не дом жилой? Душ, туалет, СВЧ, холодильник, отопление, газовые конфорки, теплая вода, телевизор даже. Чего там показывают-то? Телевизор для меня диковинку, поэтому всегда смотрю. Ну, я-то уже отказался от него давно. Ни телевизор, ни, ничего такого нет. Я тоже, ты знаешь, я смотрю только здесь, наверное. Ну да. Дома редко. Мультики в основном. Так. Так, ты-ды-дын. Все, ребят. Скоро будет стол. Так, друзья, изменения в цветовой гамме картинки. Я сейчас отстроил баланс белого. Вот, сразу что-то не перестроил. Поэтому вот сейчас уже получше все видно. Но не буду вам снова показывать это все. Так, вот у нас какая Courvoisier VS. Давненько ждал этого момента, это Courvoisier. Вот, и Саше, смотрите, подарили друзья стаканчики, а? С морской тематикой, а? Красота? Что, будем опробовать? Надо этикетку посмотреть, что здесь. Ценника нету? Не, вроде нет, только. Ростест. О. Ой, да, в цвете. Потолок здесь, ребят, натяжной. Это, конечно, самая грамотная тема для потолков. Да, легко. Саша, самый главный вес. А ты шторки видел? Шторки, слушай, ну давно, по-моему, да. Подожди, у тебя же были такие занавески обычные. А сейчас, ух ты. Ничего себе, покажи. Обалдеть, ребят. Помните, матрос был такой? Ну, вернее, он есть еще. Агейка. Агей, да. Вот он занимается как раз шторками. Друзья, вы поняли намек, да? Кому нужны качественные шторы в квартиру, кто живет в московском регионе, пожалуйста, пишите. Еще электроподъем. Да, ну это вообще. Так, вот тут я смотрю, камера за всем следит, да? Да. Все записывается. Все правильно, дом требует охраны. О. Музыкальный центр. По совету Александра я такой же себе тоже на кухню приобрел. Да, работает? Да, работает, да, все нормально. Один в один, да, прям. Самый компактный, небольшой. Хинкали на чем? На баранине, на говядине? Свинина-говядина. Свинина-говядина, нормально. Вот здесь вот выход. О, уже горячий-горячий прям воздух идет. Уже сразу горячий-горячий. Не, он вроде у был. У нас уже температура 24 градуса. Так, где тут термометр-то? Ага. Вот, ребят, 24. Это наверху. А внизу 12. Вот, да, Саш? Вот это. Да, да, да. 12. Видите? Перепад 10 градусов. Вот чувствуется, я сел на корточки, здесь прохладненько. Но... Увеличилось 13. Вот, 13, да, сейчас все. Сейчас мы с тобой покушаем. Да, о, все, да что ты. Слышь, прям когда на корабле находишься, я тут свой катер навещал. И прям, знаешь, я, ну, захотел, волна, чтобы было тепло. Мы с тобой в ближайшем будущем еще увидимся. Да, 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 обязательно. Я думаю, пригоняй. На следующей неделе, наверное.
Александр, просто открою секрет, он небольшую лодочку приобрел. Как называется там? Кардиан? Кардиан 560. Вот, каютная. И повезет ее гель-коут облагораживать, обновлять. Куда? Как вы догадались, правильно, в Evolution Motors. И, соответственно, обязательно он посетит меня, мой дом, потому что я там в 10 километрах живу. Заодно посмотрим курочек. Да, курочек с ним погладим. Я же тоже, на самом деле, еще одну лодочку приобрел, но о ней попозже я скажу вам, зрители. Смотрите, у нас курвазье уже половину. Вот, мы хинкали доели, у нас люля. Вот, так что вот ведем неторопливую беседу. Огурчики. Это на утро рассолки. Да, это с Тамбовской губернии. Сейчас меня забанят, все скажут, блин, сволочь, ты что ж ты так нам слюноотделение вырабатываешь. Друзья, у нас следующая партия. Все, до новых встреч. Итак, друзья, мы хорошо покушали, да, Александр? Да. Мы хорошо выпили, да. Ну, еще, не, люляк еще есть, у меня кусочек остался. Вот. Еще хинкали 20 штук. Да, и хинкали еще. О, вот, сейчас мы, значит, соответственно, одеваемся и совершим променад. Так, вот моя, не мастер, а это какое? Детская каюта. Детская каюта, да. Вот, и совершим променад по... И совершим променад по территории акватории. Заодно справим какую-то небольшую нужду. Ух, ребят, сейчас здесь просто тепло так. Ну, тепло и в душе, тепло и в самой лодке стало. Саш, ты где? Ага. Все, мы идем. Это аттракцион. Аттракцион не. Да, слушай, да ты что боишься? Тут по этому льду можно прыгать. Смотри, сейчас утонем. И да хорош тебя. А, ну да, слушай, хлюпает, хлюпает. Ну-ка, подожди. Слышите? Выходи, ты не делай. Не, ты знаешь, хотя почему? У меня есть, кстати, конец Александрова. Конец. Слушай, скажи, напились огненной воды, да? Не надо прикалываться. Саш, что с подрулькой-то? Какие дела? О, здравствуйте. Здравствуйте. Решили это самое навестить? Да-да-да, ну как, сколько уже не были-то вообще. Вы что-то как-то легко одеты прям. Да я просто думаю, сейчас мусор выкину. А, понятно, понятно. А, у вас там тепло, да? Да, у вас тепло, да. Слушай, с подрулькой я не знаю, надо делать. Да у меня все готово, надо просто... Ну сейчас лед встанет хорошо. Ну да. Как раз размеры будет то, что нужно, плюс заглубление небольшое. Сейчас же как раз прям... И все, я сделал. Да, ну я что хочу сказать, друзья, к слову. Александр, конечно, за годы управления своим хаусботом, он и без подрульки швартуется так круто. Да, вот прям он будет, конечно, стесняться. Это 8, да? 9? Пожалуй, что 10-12 уже. Снег скрипит, судя, да, значит, вот, когда скрипит, это уже больше 10, да, но меньше, да. Вот, Саша, конечно, когда я видел, как он швартуется со своей 10-тонной махиной, или сколько ты оцениваешь вес? 9,8. Нормально он меня протроллил, да, ребят? 9,8. Я сказал 10 тонн, на 200 килограмм ошибся. Вот, Саша, конечно, швартуется идеально. Ну, понятное дело, все это, когда, знаете, хорошие условия погодные, да? А не дай бог какой-нибудь шквал налетит, небольшой. Кстати, когда ветер, лучше швартуешься. Ну, лучше швартуешься, да? Ну, ты понимаешь, что куда он прижимает, да? Он тебя поджимает. Не, а если он от тебя отжимает, то как-то по-разному, да. Ну, не, ну, я имею в виду, что подрулька, она... Подрулька не помешает. О! Подрулька, конечно. Рука. Даже молнию сделали? Ничего себе. А-а-а. Да, они молнию. Только потом ее не выкидывайте. А у нас уже запасные рядом по центру. Я на куртку заберу себе. Так, ребят, вы видите опять это разбаланс цвета я сделал. Вот, смотрите, какой кокон. Слушайте, ну, вот на такую яхту вот этот пластик,
Блин, я даже страшно представить, сколько стоит. На... Я думаю, 1500, наверное, не больше. Все-таки пластик, нет? Какой 1500? Ты еще прикалываешься? На сколько? На мой бай 20 тысяч стоит такой. Серьезно? Да, и вот этот вот пластик... Ну, нужно 200, значит. Ну, 200 тысяч, да. Ну, ну, 200, ладно, ну, сотку он точно стоит. Вот такой вот, блин, кокон пластиковый. И это, слушай, человек здесь живет, да? Да. То есть внутри там все нормально. Ну да, дедушка вот был. Слушай, я бы хотел таким дедушком стать, жить на воде одному. Знаешь, дети, чтобы где-нибудь в Мадриде жили. Шеф, офигеть. Я всегда говорю, к этому катеру эти кранцы стоят столько же, сколько моя лодка. У меня, кстати, есть две штуки, которые готов продать. Большие? Не, у меня есть. Ребят, вам не нужны кранцы никому? Александр хочет с дисконтом, с гешефтом небольшим продать. Слушай, а вот это вот вообще помост, он здесь был когда-то? Да. Я что-то не помню его, если честно. Нет, это новое вообще. Дальше уже лёд. Ребят, все, мы пришли в конец залива, ой, в конец пирса, и у меня садится конкретно аккумулятор. Слушай, а как это называется, вот это вот место-то? Затон. Нет, я имею в виду, ну, жилой комплекс. Ривьер-парк. Ривьер-парк, да? Охереть не надо. Причем мотор работает, да, смотри? Ага. Ну, это не мотор, ВСУ работает, ну, как, в смысле. Что это? Офигеть. Ну, в смысле, это как, генераторный. Это генератор работает. ВСУ, вспомогательная силовая установка. Ну вот эта яхта понятно, у них моторы как бы на этом, ну не заморожены, не законсервированы, то есть они постоянно работают за счет генератора, циркулируются. Не здесь, вот эта яхта. Вот это. Да. А здесь может быть так же. Слушай, да? То есть, офигеть, не надо. Горячая. Страшно подумать, сколько стоянка стоит таких судов. Я не знаю, надо мерить. Слушай, классные какие штуки новые, а? Вот это вот прям супер, да? Да, чтобы это. Да, слушай, скрип такой хороший. Конечно, мороз. Да, мороз. Кстати, сегодня самая холодная ночь, минус 13. Офигеть. Это то, что мы сказали, минус 10. Да это нет, уже сейчас минус 13, мне кажется, уже есть. Это тебе сейчас тепло хорошо. А мне сейчас очень хорошо. Я сейчас еще схожу это до ветру, как говорится. Ага. О. Ребят, видите? Обалдеть. Угу. Ничего себе, здесь бурление идет. Слушай, это яхта жрет, еще солярки она жрет в день. Литров 20, наверное. Подожди, а у этой яхты где выхлоп-то идет? Слушай, что такое вот это вот? Ну это где двигатели, видимо, да, специально да, закрыты, да. Чтобы не разморозить. Обалдеть. Целая система. Это все система, это всю зиму надо поддерживать, да, и плюс человек живет, ему надо зарплату платить, по идее, да? Нет, зачем? Ему не надо. Ему не надо? Пошел мусор выкинул. Ну, знаешь, как он же кушает все равно. Не, кушает, да. Но немного. Да. Слушай, а это вот что такое плавучий? Это Бакеншильд? Это Бакен плавучий, типа того? Это пожарная станция. А, пожарная станция. Ну, а его немножко выперло, да? Да ладно. Ну, как? Да. Чижик, два. Патрульные. И вот наш домик. Там тепло. Итак, друзья, кончается у меня батарейка, но у меня есть вторая. Вообще нормально, сейчас еще курвазе допьем и вообще неровно будет. Так, пойдем. А где это? Отлично, Саш. Друзья, я заменил аккумулятор в камере. Вот наш такой стол. Скромный Александр мне хочет показать. Слушай, Саш, онлайн сейчас не покажу. Ну вот курятник, как у меня, смотри, курочки сидят.
У него, понимаете, извращенцы вот эти, московские вот эти вот жители Москвы, да, и ближнего Подмосковья, они камеры ставят в курятник. Я просто экспериментировал. Саша. Смотри, смотри. Просто экспериментировал. Да что ж ты, где это? Вот они. Вот он. Вот он. Смотри, петух. Другой, два петуха у меня. В одном, что ли, помещении? Да, в одном. Нормально. Ну, один, видишь, один петух внизу сидит. Ну, понятно, один опущенный, другой, да. Другой наверху, да. Другой пахан. Вот, и причем здесь они, ну, такие самые блатные сидят. Ага. Потому что здесь обогреватель у меня, вон, видишь? Офигеть. Инфракрасный. Сколько у тебя кур в этом курятнике? Ну, где-то 20, наверное. 20, да? Ну, нет, два петуха, 18. Блин, ну два петуха жестоко. Мне нормально, кажется, нормально. Нормально? Нормально. Здесь ящики выдвижные, то есть... Ну, приедешь, я тебе потом покажу. Друзья, мы с Александром вообще, если кто не знает, мы... Видишь, лестница у нас. Фермеры там. Вот такие, понимаете, у нас куры, у меня куры, у него куры. Смотри, вот здесь они поднимаются, ага. Здесь садятся в гнезда. Вот здесь в гнезда садятся. Здесь у них поилка зимняя такая. Блин. Здесь они переходят на гнездышки, а вот здесь ящики выдвигаются, и там у нас помет куриный. Ребята, вот вы видите вот, вот это вот извращение, понимаешь? Почему извращение? Да я шучу, шучу. А там у них, видишь, выход на улицу. А на улице выход я сейчас покажу. Подожди, как, зимой выход тоже, что ли, работает на улице? Что? Зимой выход на улицу работает? Конечно, сейчас я покажу. Зачем он выход на улицу, когда минус? Пусть сидят в конуре. А сейчас ты его не увеличишь. Вот это что, онлайн, что ли? Да, онлайн. Это вот сейчас вот они внутри. Ребята, вот видите этого человека? Это человек, у которого видеокамера стоит наблюдение в курятнике. На самом деле здесь угол участка просто. Так получается, что там и курятник. Да, но здесь их видно, как они гуляют. Офигеть. Все четко. Не, я зимой держу всех. Вот у них маленький внутри. Загончик здесь. Здесь летний загончик. Ну и зимой. Друзья, не выходит, когда... теперь ваше время ответить в комментариях. Держите ли вы кур зимой на выгуле или держите постоянно в доме, в курятнике? У них тепло там. Не, ну а как? А как они ходят? Подожди, как дверь-то устроена? Дверь? Там же мороз. Зачем им ходить? Нет, на улице? Когда в мороз они не ходят. А? Нет? Конечно, а. Умные куры. Умные куры. У Саши умные куры. У меня куры дуры, у него умные куры. Так, все, еще по 50 капель и дальше пойдем. Ребят, сидим мы тут. Саша тут что-то хинкали готовит опять, разогревает. А я тут смотрю там краем глаза по телеку что-то про лодки показывает. Бюджетные модели, говоришь, да? Дорогое, качественное. Офигеть! Оба-на, вода запустилась. Это что за материал используется? Да какой? ПВХ. Андатра... Директор компании Андатра.про, блин. Андатра? Вот ты лис, блин, Андатра. Вот ты лярва, а! Со стороны государственного продвижения. Ты руки-то убери за спины. В экспоцентре, в Москве, блин. Далее история из Самарской области. И она касается еще одной весьма болезненной темы. Вот такую бы ватрушку. Она порвется, блин, в лохмотье. Я одного катал. Да, да. Он вместе с этим кругом и ушел вниз. Причем был мировой судья. Был. Наверное, остался. Итак, друзья, ну мы уже устали выпивать и закусывать, да? Тем временем хаусбот нагрелся просто, знаете, от линолеума. Саша, это у тебя же линолеум, да? Это нет. Даже или что такое? Это ламинат. Это пробковая. Пробковая? Поверхность, конечно. Блин, вообще, вот я лохопудра. Это пробка. Слушай, вообще офигенно выглядит. Ну, короче говоря, его. Да, от
от пола до потолка нагрелось просто. Сейчас посмотрим, ребят. Во. На этом уровне 21 градус. Это о чем-то говорит. А на этом, соответственно, сколько? 26. 26. Вот. Так что мы уже, конечно, все такие окосевшие немножко. Ну, все, что могли, вам показали. Так что я буду сейчас в свою каюту, любезно предоставленную капитаном. Вот, буду укладываться. Подушечки тут. Я, правда, свой спальник взял, но Саша меня по этому поводу высмеял. Ну ладно. Вот, сходили мы на улицу, вы только что видели, как и что. Вот, попил я чайку. Саша любезно заварил. Ох, ребят. Единственное, что, как мы только что с ними говорили, не хватает вот этого ощущения, знаете, волны. Мы сейчас как на фундаменте, на во льду вмерзшие, знаете, как это. Хаусбот не реагирует на наши перемещения, да, Саш? Как будто на бетоне стоим. Вот, Саша здесь раскладывает себе спальное место на кухне. Ну, здесь самое теплое место. Потом уже второе вот у меня в каюте и... Да нет, самое теплое, мне кажется, у тебя. Да? Будет. У меня? Ну, ты... Смотри. Не, ну все равно, мне кажется, на кухне... Здесь как-то... Не, здесь хорошо. Здесь вообще хорошо. Здесь вообще, все вообще супер. Вот такие, ребят, дела. Все, друзья, будем отбиваться. Утреннее включение через несколько мгновений будет у вас на мониторах. Через 20 минут, да? Все, Саша себе посадочную полосу приготовил. Вот, ребят. Это икеевская кровать, да? Подожди, икеевская, да. Слушай, ну брали в Икее, да? В Икее, да. Помните, такие магазины были, Икея? Ну, тут что? Классный был магазин, да. То есть, хорошая кровать. 25 градусов, я думаю, будет тепло. Все шикарно. Да. Корабли стоят. О, что там, мороз, Саш? Да, вообще. А я-то, знаешь, заметил, это отопитель сначала выключался, а потом всю ночь молотил. Да он же поддерживает температуру. Ну да, да, да. Ребятки. Так, друзья, Александр уже на кухне. Вот он. А я, видите, до ветру собрался. Так, подожди. Ага, вот так открывается. О! Ну, здесь что-то работы кипят. Офигеть. А я думаю, что за шум? О, вот так вот лучше. Вот он, хаусбот. Посмотрим теперь в дневном обличии. Ой. Хорошо спалось. Вот. Ну так, немножко под одеяльцем замерз. Второе накинул на себя. Хорошо. Обалдеть. Стройка, блин. А? Смотри, что творится. Потолки высокие в квартирах. Смотрите, какие. Вот движуха, блин. Наверное, на набережной будут самые дорогие квартиры. Посмотрим с кормовой части. Вот как он вмерз, ребят. Вот смотрите, здесь под боржой прям каток. Боржа такая вообще конкретишен. Судно. Ну-ка. Четверочка минимум.
Вот, посмотрим, как вмерз наш домик. Вот он как вмерз. Хорошо, вмерз намертво, я бы сказал. Вот, вот за этим окошком я спал. Вот это окошко кухни, видите, просвечивает. Да, суперский домик, конечно, у Саши. Вот в этом году он поменял, видите, обшивку. Была доска эта, пластиковая доска, как она называется, террасная. Вот, она, конечно, очень тяжелая, и ее немножко там повело от солнца. Вот, Саша сделал такие панели. Они, конечно, в разы дешевле, легче. Самое главное, это вес для хаусбота, понимаете? Вот. Обалденно сделано. Просто Саша золотые руки, конечно. В сравнении со мной, этот человек просто золотые руки. Вот. Ну, сюда вот он хочет на нос подрульку. Наша подрулька, конечно, тема нужная. Ух ты, смотрите, как самолет прорезывает небо. Такой кадр. Кран, новостройка и самолет. Так, все, сейчас я заберусь. О, вчера хорошо посидели. Так, вот Александр. Почивать меня будет, ух ты, сосисончики и яишенка. Смотрите, какие вот эти куры, которые мы видели вчера, у которых видеокамера стоит в курятнике, дают вот такие разноцветные яички. Ух ты, здорово, зеленые, конечно, класс. Ну, какие-то они небольшие по размеру, я смотрю. Ну, они же маленькие курочки. Ага. У меня вот эти вот доминантно, вот это я серую породу купил. Ух, они вообще яйца дают здоровые. Страусины? Вообще просто такие монстры. Серые куры, порода доминантная. Специально выведенные несушки. Но они единственное, знаете что, они полгода, наверное, у меня созревали до детородного. Я уже думал, купил их в июне, в начале июня. Сказали, все нормально, они через месяц занесутся. Занеслись только в конце августа. Реально, я думал, что они уже не будут яйца давать. Не, занеслись. И потом такие оковалки дают, они не влезают в эти, как в решетки заводские, просто. Ты обратил внимание, что здесь не 10, а 12? Да? Подожди, как ты? А, ничего себе. Нет, сейчас здесь 10. Я понял, вот. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Да, в ряду 6 штук. Слушай, скоро будут, наверное, по 8 штук эти какое. Магазин? Да, в магазин. Знаешь, как молоко по 900 литров. Вот, друзья, вот. Смотрите, какие штуки вот эти могут двигаться. Итак, опа. Вот эти жалюзи, конечно, вообще тема грамотнейшая. Да, красота. Закрываем. Все, будем завтракать. Вот, итак, друзья, покидаем мы сей гостеприимный плавучий дом. Я думаю, вам было интересно такое мое включение прямое с наших посиделок. Вот, пойду я сейчас заведу свой боксер, прогрею его. А Саша вызвал такси. Опасается ехать после вчерашнего. Но у меня вариантов нет. У меня такси будет до дома, во-первых, очень дорого, во-вторых, придется все равно за машиной сюда возвращаться. Так, вот Сашин Куен стоит, а вон мой боксер. Все, пойду заведу, Саш. Сейчас еще подойду. Вот здесь на зимнем хранении стоят моторчики такие. Так, вот он замерзший. Бусик мой. Бусик-шмарапусик. Так, это у меня сюда. Ну что, ребят, заведется, как вы думаете? Я всегда делаю так. Три раза. Что, приехал такси, что ли?
Я пойду сейчас. Все, заберу. Давай, друг. Все, я завожу. Все, Саш, на связи. Вот это надо будет делать? Не, я такие штуки не люблю. Почему? Ну, не знаю. А что, где у нас парковаться-то? У нас везде песок, глина, камней нет. Не знаю, мне как-то вот эти вот кильгарды вообще не нравятся. Заведется нормально? Да, сейчас вот буду снимать. Так, вот сейчас еще раз прогрею. Сейчас посмотрим. Так, сейчас спиралька. Все. Долго греется? Новые свечи. Греется, я говорю, ВБАС-то отказала. Можно тарахтеть вообще хоть сколько, не будет этого. Ну, кабина не нагреется. Итак, друзья, прощаемся мы с Александром на этой позитивной волне. Всем пока. Да, всем пока. И с вами я тоже прощаюсь. Все, поеду домой. Сейчас первым делом навещу Макдональдс. Ты же вроде позавтракал. Нет, я с обратной целью. Потому что туалета-то нет на лодке пока что в зимний период. Итак, друзья, ставьте лайки, кому понравилось наше видео. Подписывайтесь на канал «Речной паритет». Наконец-то я вот доехал спустя полтора года до хаус-бота Александра. Встретились мы с ним, вообще 100 лет не виделись. Многое обсудили. Поговорили за жизнь, вообще были очень рады общению. Все, все, давай, давай. Все, пока. Да, то Саша знает, что я могу долго говорить. Все, друзья, до новых встреч, пока.